Девочки, доброе утро. Готовлю себе завтрак. Открыла творог. Открыла, а тут вот такое. Что это? Что это? Ой, блин, тут горячее же. Посмотрела дату. Стоит до 15-го. Сегодня 7-е. Что это? Какое-то красно-желтое. Непонятное. До 15-11 стоит. Но я, наверное, не буду рисковать. Я, наверное, выкину. Вроде упаковка нигде не была испорчена. У нас есть некоторые, которые ходят специально в упаковке, портят. Возьму другой, благо, что есть. Возьму другой, это до какого? Тоже 15-11. Этот нормальный. Чё за бред-то? Отдаешь деньги за... А потом выкидываешь мусор. Нормально так? Я еще добавляю сюда ротогрюцы, но у меня закончилось. Есть вот хурма, ее добавлю, чтоб послаще было. Стало сегодня 5 часов какого-то. Не знаю почему. Интересно, девки пляшут с какими-то пятнами. Вы говорите, натуральная, натуральная цена. Да где ж его взять-то, натуральная? Хурма-то деревянная, надо, чтобы полежала. Ну да ладно. У турка я брала хорошую хурму, уже мягкую. Такую сделаем. Но она сладкая, она твердая, но она сладкая. Режется, правда, как картошка. Не надо дать. У нас все полузеленое приходит. Надо дать полежать. И тогда будет на маленько. Врубила мантры себе с утра. Итак, ковыряюсь по хозяйству перед работой. Я вот жаворонок. У меня утром я могу переделать все, а к вечеру все. И вот такая каша с творогом, с клетчаткой. Можно еще добавить чуть-чуть. У меня есть сироп. Агава. Ну, все. И будет вкусненько. Все, можно употреблять. Девочки, прибежала и решила, знаете, что сделать? У меня вот кусочек капусты есть. Заливной пирог. У меня вот кефирчик есть. Заливной пирожок. Обжарю сейчас лучок, немножко грибов, немножко капусты. Потом на кефире сделаю тесто и все. А здесь у меня компот варится. Компотик. Фильм какой-то включила и буду сейчас готовить. Всем привет. Иду на работу, девочки, мальчики. И у нас сегодня так холодно, такой ветер холодный. Это просто... Ой, кто-то потерял. Кто-то потерял масло. Я сюда поставлю. Кто-то потерял масло рапсовое. Закупались, видать, потерял кто-то. Оставил. Это, что говорила, забыла. Холодно. Хорошо, что я вовремя купила курточку. Кто-то говорит, пальто это. Это курточка. Вот, это камера. Установили камеру напротив детского сада. Не знаю, почему. Чтоб когда-то такое было замечено, то нет.
там и стояла на этикетке «Яка кухтка, кухточка». Сейчас я дерево возле церкви, которое черные листья были, покраснело от холода. Сбегаю на работу, потом с Сережей съездим в магазин. Оксанида едет завтра. Надо будет подкупиться. Наверное, едет аптечку мою разорить. Бессовестная. Ой, что это? А, машины едут, а он дорогу переезжает. При движении. Ах! Что ж сделаешь? Вот аптека. План, как делать вино. Надо запомнить, будем делать. Вино скоро. Виноград на даче есть, будем делать. Блин, руки мерзнут. Надо было мне в курточку еще перчаточки кинуть. И вообще все. Уже надо утепляться конкретно. Как говорится, жаркостей не ломит. Мне точно не ломит. С работы яйца под порогом стоят. Баур привозил. Ой. Щечки красненькие. Мордочка красненькая. У девочки раздеться надо, не могу. Ой, не могу, не могу. Он в одно и то же время привозил. А теперь... Ой, девочки. А теперь приводит по-разному. Я ушла. Достала тут индюшиный рулет и крылья куриные. Буду что-то думать. Упрела, девочки, пока закупились. Лимит превысили. Больше сотни. А что взяли? А, две утки взяли. Вот так-то. Сережа там пошел табак брать. Еще Мюллер быстренько купила свою зубную пасту. Потому что это она не во всех магазинах продается. Так, где у меня Сережа где-то запаковывает? Найти не могу. Давай, мальчик, выезжай. Так, по ангиботу она 8, а так 10. Дороговастенько, но очень хорошая. Тем более, кто курит, то кофе пьет. Самое то. Ой, девочки, задали. Вазу. Вот это вот закупаться, а потом еще вот это вот раскидывать все. Что-то с чем-то. Не люблю так это дело. Анана. Что-то я стукнула так неудачно, Сережа, сейчас. У меня инвалид, ножка болит. На руках меня теперь носить будешь. Цветочками одними не отделаешься. Слышишь? Да, слышу. Что? Инвалид? Ножка болит. Солнышко садится. Муравей не закроется. Угу. Что, вы скрыть или? Кого? Ну да, коробочка-то мне зачем? На пасту. Желтые тюльпаны. О, тюльпаны, кстати, продаются до сих пор еще. Красиво? Сама в шоке. Ой, кто б его еще все разгреб? Затарились по самое, опять не хочу. Надо сейчас смотреть на резинку. Ну что ты? Ну что, зачем ты? Вот видишь стрелочка. Как берешь чик. Я плохо вижу. Я тоже.
готовила. Красный мак взяла, кауфляне были и ласточка. Конфетки взяла. Слышь, Сережа, Оксанида едет, она походу увидела мою аптечку. Какую? Вот эту. И едет лечиться к нам. Ой, мама, держи. Если бы из аптечки что-нибудь выпало. Едет лечиться к нам. А доктор прописал ли этот рецепт? Доктор прописал. 100 грамм только в день на ужин. А она говорит, я ей говорю, только 100 грамм можно, а она говорит 200. Я говорю, почему 200? А она говорит, я еще к терапевту ходила, он мне тоже прописал. Так что, сладости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты, наверное, сама разгребешь, да? Я так не люблю сама разгребать. По-братски, Сережа. Тут же не только мои продукты, и твои тоже. Разгребун ты наш. А что это было? Проявление любви. Моей к тебе. Не думай, это я тебя не бью. Нет, я не думаю. А я тоже хочу проявить любовь. Давай, распаковывай. Таким образом и проявишь. Вот она все. Любовь похожая на сон. Одни кастрюли пустые. Взяла девочки Эндопельхерц фирма. Женские минералы плюс коллаген. Не брала такое еще, но в этот раз взяла. Попробовать. Тут-то и зрение, и кости. И иммунитет, система, короче, и мускулы. Господи, не вижу. И энергия, и кожа, волосы, ногти. Короче, вот такой взяла, в Кауфляне брала. Думаю, попробую, что не попробую. Я все люблю пробовать. У вас ус отклеивается. Ус. Падают листья. Да что ж все валится? Я не люблю, вот когда без коробочек сюда кладутся таблетки. Вот не люблю, хоть ты тресни. И кто же их сюда кладет без коробочек? У меня закрался вопрос. О, Господи. Ой, батя, не влазит, что ли? Влазит. Взяла уточки. Чё, Италия или Франция? 6. Сколько она? 6 с чем-то? Да, 6 с чем-то. Молодая утёнка. 2 штуки взяла. Холодная? О, потрогай. Ну, Алёна, ну. Куда ты сейчас? Я ворона, я ворона. Та-да-та-да-та-да.
не я ворон, песня такая. Покидают нас гуси, улетают, такими косяками летят большими. Вот и ружья нету. Ружо нет у нас. Это туда поставь, это на пятки. Салат беру, вот такой большой пакет, но я его в холодильнике, я его открываю и ставлю. Тогда он лучше сохраняется. И потом съедаю. Не надо такое лицо делать. Девочки могут напугаться. Не надо тут дирижировать. Все? Я блокировала. Что ты там показал? Наверное, что-то запрещенное. Такой салатик с брокколи сегодня делала. Кукуруза, красный лучок, брокколи и соленый огурчик. А, мне скоро его и кушать. Какой бардак. Не все, Сережа, видишь, уток надо куда-то определить. Это мои проблемы. А тут еще кролик. Ой, что делать-то? Говорит, с ума сойти, целый день на кухне. А когда дети были, что вообще было? Вообще, девочки, вы-то анализируете, потому что, видите, 20 минут видео моего на кухне, это не значит, что я целый день на кухне. Я вот с утра прибежала с работы, я быстренько приготовила, и все нафиг, больше я ничего не делаю. Целый день я потом ничего не готовлю. Один раз приготовила, и все. Бывает, что я вам приготовлю, и приучаю его еще на второй день это кушать. Потому что жизнь-то сейчас какая сердита. Экономить надо. Поэтому говорю, дай йоды, Вай. Че, три дня? Три дня. Одно и то же? На три дня готовит. На три дня готовит. Бедненький, тут я лежу вон схуд, блин, от одной и той же еды. Нет, хорошая еда. Я жена твоя, родная. Ты как меня сдавать-то? Сдаешь? Да, ты меня сдаешь. Нет, то есть столько для себя салаты каждый раз долбишь. Я почти кровиночка твоя. Почему почти? Потому что ты же мне по крови не родной. А ничего, что мы уже больше... 20 лет. Ну, уже сколько? 27-й год. Хочешь пельмени? Нет. Не хочу пельмени. А куда мне утку засунуть тогда? Если ты пельмени не хочешь. Сережа. Выкинь пельмени. А? Пельмени выкинь. Сейчас. Выкину. Зажрался, что ли? А что там богато? Угу. Выкинь ему пельмени. Какие-то утки пошли. В холодильник не влазит. Блин. Сломаю холодильник сейчас. Да елки, у нее пузо какая большая. Масло убери. Еще одно масло убери. Сейчас это самое. Скрыться за горизонтом. Когда я начинаю злиться, трындычиха такая, баба.
Нет, жрать нечего. Холодильник запаковать не может. Хотя никогда не ныло, у меня всегда жрать есть что. Не жрать, а кушать. Никого не слушать. Ох, все. Господи, думала, отнимется что-нибудь. Все, девочки, раскидала. Раскидала, все. Переодеваюсь, я свободна. Как ветер в поле.